друзья, но все хорошее никогда бы не было хорошим, если бы оно не имело свойства закругляться. Так и наше сегодняшнее мероприятие, ну, первое, во всяком случае, его часть, подходит к логическому завершению. И мы хотим завершающую песню, конечно, спеть все вместе, потому что текст помним все. А также я особенно просил под ваши аплодисменты Валерия Юрьевича Кузнецова в припеве присоединиться, чисто по-музярски подпеть, как мы всегда друг другу помогаем во всех ситуациях. Всем пожелать счастья в наступившем 2016 году. Друзья, огромное вам спасибо. Всем руководителям этого прекрасного Дворца культуры имени Горького, где очень-очень много времени я провел, вот этих прекрасных минут, часов, дней, всего-всего-всего. Так, Валера уже держит два микрофона, так, там и световые работники тоже будут подпевать, так, все, весь зал. Стены должны будут содрогаться, потому что песня будет на русском языке. Thank you.
Почему овации такие кислые? Спасибо вам большое, с Рождеством. Мы говорим, до скорой встречи.